О страшном преступлении в селе Альшана правоохранителям сообщил 48-летний мужчина. Он позвонил в Дергачевский райотдел милиции и рассказал, что нашел бездыханное тело соседки с разбитой головой. Опергруппа, выехав на место, выяснила, что убитая 57-летняя женщина является хозяйкой дома. Она, по всей вероятности, застала злоумышленника, когда он шарил в ее доме в поисках наживы. Это и стало причиной трагедии, хотя, как позднее заявил задержанный душегуб, никого убивать он не планировал. Сама ситуация произошла, скажем так, незапланированно. Ограбление, ну, как было запланировано, а вот убийства нет. С награбленным преступник скрылся. Его нашли в течение суток. Сейчас он уже дает показания. При проведении оперативно-розшукових заходів було встановлено, що злочин скоїв 27-річний житель Закарпатської області, який тимчасово проживав в селищі Пісачин Харківського району. На теперішній час злочинець затриманий, знаходиться в СІЗО міста Харкова. По данному факту следователи Дергачевского райотдела открыли уголовное производство. Статья 115, часть 2. Умышленное убийство по корыстным мотивам. Если вину задержанного докажут, в суде ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение. Наталья Белокудрия, агентство телевидения «Новости».